Особенности современной узбекской и азербайджанской поэзии по таким названиям. В Ташкенте состоялась презентация книги профессора Саадет Мухамедовой. Книга издана по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане и стала результатом проводимых исследовательских работ. В мероприятии приняли участие ведущие ученые, сотрудники культурного центра, студенты и представители прессы. Основная цель представленного издания – ознакомить научных деятелей с особенностями современной узбекской и азербайджанской поэзии, представить литературное общественности двух стран, произведения поэтов современности. Собравшимся поведали об истории литературных отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, которые берут свои истоки со времен великих классиков двух стран Низами Генджави и Алишера Наваи. Также был отмечен большой интерес узбекского народа к азербайджанской литературе.